В Торжке продолжается реализация инвестиционного проекта компании Shell Нефть. Напомним, что речь о расширении производства смазочных материалов. В настоящее время получено разрешение на строительство, определен подрядчик. На объекте завершены земляные работы и начали забивать сваи. Планируется, что по завершении всех работ мощности завода увеличится с 200 до 300 миллионов литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Стоит отметить, что все операции по монтажу будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году. Таким образом, в Торжке появится порядка 500 новых рабочих мест.